Всем привет, ребятки! Сегодня смотрим с вами Мамбетавирус. GG Show выпускает новый выпуск. И снова Мамбеты. Что-то меня уже доконало, по-моему, эта тема. Мамбеты, Замбеты, Мамбеты. Все началось, конечно, с Ирины Кайратовны. Я от них узнал, кто такие Мамбеты. Вот. И что-то на протяжении полугода мне все время встречается это слово. Ладно, давайте заценим. В принципе, я думаю, должно быть неплохо. Сапар, ты понимаешь, если это у нас получится, это будет прорыв в истории человечества. Да, профессор, надеюсь, мы это сделаем. Ты что наделал? Скорее неси антидоп, быстро! Сейчас, профессор, минуту. Сейчас, профессор. Так, это не то, это не то. А вот он! Эй, братишка, ты че стоишь? Иди за сушняком сгоняй! Так вот, откуда взялось все это. Нам показывают предысторию, типа. Мы переключаемся на экстренный выпуск новостей. Только что стало известно, что из научной лаборатории началось распространение опасного вируса, над которым в последнее время работали наши ученые. Оказалось, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Он притупляет части мозга, которые отвечают за воспитанность, за культуру. Другими словами, превращает людей в мамбетов. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры заражения обычных граждан. Также стало известно, что есть и другие способы заражения данным вирусом. Ну, надо было. Нереально смотрится. Вирус быстро распространяется по странам СНГ. И напоследок мы просим избегать массового скопления мамбетов. Рукопожатий с зараженными людьми. Ну, с теми, кто тусит под виски пола, королева танцпола. Всего год понадобился вирусу, чтобы заполонить всю планету. Все площади городов были уничтожены в первые дни заражения. Некоторые парки затоплены харчками. На рынках страны не осталось барсеток. Чиновники как жили, так и живут. Все обезумели. Но самыми опасными являются те, кто был мамбетом еще до апокалипсиса. Меня зовут Айдос Сапаров. И я выжил. Собака еще. Типа я легенда. Библиотека. Бля, походу потеряли его. А собака где? Прикольный кадр. Есть кто в живых? Есть кто в живых? Есть кто в живых? Есть кто в живых? Слушайте, это такая... Прием! Нас кто-нибудь слышит? Прием! 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 Вы живы? Вы не заражены? Скажите, где вы? Где? 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 Меня зовут Айдос, и я живой, я не заражен. Извините, конечно.
что, в смысле? Вы прошли проверку. Вас там много? Нас двое, я и мой пес. А вас? Нас было много. Нам удалось спрятаться в музее, но один из нас оказался вампиром. И теперь я осталась одна. Айгерим, не бойтесь, я вас найду. Опа! Ты чего у нас на районе потерял? Да так, пацаны. А, пацаны, будете семечки, а? Да-да-да-да. Давай. Пойдем, блядь, пойдем. Смотри, опа! Стоять! Базару нет у тебя кепка? Че? Может, потоскаем? Сфотай брата от души. Что, нормально? Плотно, плотно. Все необходимое. Есть позвонить? А, да, конечно. Давай, давай. Пожалуйста. Давай, гуляй. Собаку убери. Слышь, айфон. Ну-ка. Йоу. Телефон не рабочий. Погнали. Стой! Что это за локация? Эй, стой, ты же так раньше не делал. Они что, тебя заразили, что ли, а? Эй, давай, давай проверим, а? Так, а? Ты же мой единственный друг, ну. Ну, привет. Айгерим? Ну, да, это я. Триста. Как в этом «Война миров Z». Ну и «Я легенда». Придурок. Новый выпуск ГГ-шоу сразу, то переходите. Ну блин, концовка. Концовка классная была, в принципе, но что-то как-то вот надо было и так и закончить то, что все там наладилось, может, что-нибудь типа того и так далее. Вообще, в принципе, интересно было смотреть именно вот то, что была предыстория какая-то показана. Вот, и сама предыстория, то, что есть как будто какой-то выживший, я сначала, в принципе, так и думал, то, что она реально нормальная, но потом, когда камера начала спускаться, я понял, что ага, все понятно. И такая простая проверка, конечно, 300. Блин, я чего, получается, тоже мамбет? Я так тоже угорал. Вот, то, что на собак действует еще, я не знал, конечно, прям странность какая-то. Ну,
все-таки, если касаясь сериала. Вот, ну, то есть этого выпуска. Единственное, мне не понравилась сама концовка, вот именно то, что он, типа, сплюнул или что он там сделал. Вот, но это, кстати, что было? У него же шприц, я так понял, там, типа, какая-то кровь, наверное. Этот, короткая, а, это какая-то конфета, что ли? Короткая серия, хотелось бы подлиннее. Типа, ну, 9 минут, сколько, 10. Это слишком мало. А так, в общем и целом, достаточно неплохо. На этом все. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание, всем пока. Check it out.